Всем привет, с вами Дар Риди. Всем привет, с вами Злой Кот. Мы играем в игрушку Террария. А, что ж, к нам пришел вот такой чувачок, подрывник. Вот, мы хотим ему сделать жилье, чтобы он у нас поселился. Да, он уже поселился. Да? Круто. Вот будем ему покупать всякие там динамиты, гранаты, я не знаю, бомбы. Да, ты только что перечислил все, что он продает. Да? Да. Динамит, гранат, бомбы. Так, есть у тебя гель? Гель есть? Вот видишь, я старикам бегаю. Так, я же, в принципе, могу уже посмотреть, что он продает. Сейчас посмотрим. А, айс... Точ какой-то, так... Блин. А, вот, да-да-да, вот три предмета. А, граната, есть бомба и динамит. Я прям это проницательный. Так, слушай, у тебя есть гель? Гель срочно, срочно нужен гель. Гель? Да, такая синяя маленькая кругляшка. Синяя маленькая кругляшка. Нет, слушай, нет такой. В инвентаре. Синенькая маленькая кругляшка. Нет, у меня зеленая палка. Glove stick. Это не то. У меня есть, кстати, два золотых слитка. 4 серебряных и 8. Подожди, у тебя есть труд? Сейчас птица залетит. Слушай, блин, надо, знаешь что, куда еще нам чемоданы ставить? Ну, чемоданы, где будет всякое у нас хлам храниться. Слушай, а что ты сделал с этой? А, с подземкой? Да я подвал сделал большой. Как ты вообще лазить? Да, может даже расшибиться. Держи. Так, это что ты дал? Это удочка. А, окей, значит в этой серии мы пойдем рыбачить. В море. Круто. Сейчас подожди, куплю сачок. Это петуха. Так, ладно, сейчас я быстренько прыгну, поставлю эти светильники, чтобы к нам жители пришли. Не надо вторую, не надо. Да не, я не буду. Они не ломаются. А, ну наконец-то у меня теперь я могу лук создать. Могу молоток. Так, пошли. камни. Опа-на. О, да, слушай, к нам еще, да, кто-то идет? Уже я думаю, есть смысл еще, да, сделать комнату? Слушай, факелы срочно нужны. Факелы? Угу. Блин, я навряд ли сделал, у меня, наверное, дерева нет. А у тебя вообще есть в инвентаре, посмотри. Нет, в инвентаре нет, я как раз помню в той серии, я как раз в них нуждался. А, подожди, слушай. Подожди, есть факелы. Блин. Вот эти, да? Угу. Хорошо, у меня 5 штук было. Короче, дерево есть? А дерева нету. Блин. Ну дерево это... По сути, только сходить в лес и нарубить это не так уж сложно. Потом его заканчивается. Ладно, сейчас, короче, будем идти, я буду сажать деревья под строгим. Хотя нет, сейчас... Долго же эту рыбу, рыбу-птицу бить. Ты не бей молотом. Чем бить? У меня нечем бить. Вообще нечем. Где-то, ну, есть удочка, я не знаю. Она же рыба, по идее, питающая тут. Думаешь, поймаешь? Да не знаю. Ну а чё, ну... Я могу как бы удочку тоже бить? Нет, не можешь, ты можешь его кинуть. Добил монетку, заработал 79 даже. Так, посмотрим, что вот... А, это, видимо, маляр, да, у него краска. Маляр это не он. Ух ты, смотри, у него дохрена. Не, это маляр, смотри. У него маляр приходит потом. Это... Не, ну ты реально зайди, тут красок до хрена у него. Да я видел его. У меня почти 200 часов в террарии. Я всех мобов видел. Ну вот есть кисточка, есть этот. Что-то шпатель. Всяк там кто-то еще придет. Где? Картины можно у него покупать всякие. Круто.
Это художник. А, художник. Ну, все художники маляра. И наоборот. Все маляра художники. Так, у меня же есть этот. Как его? Лук. Еще у меня есть бомба. Это уже хорошо. Ну-ка тут порядок привести в инвентаре. Так, давай красная команда. Ну тоже снежки есть. У меня пушка. Ух ты, ты кого-то поймал, да? Угу. И что, у тебя теперь рыба в инвентаре? Да. И что с ней можно делать? Съесть. А, здоровье, да, прибавится? Нет, ее сейчас нужно пожарить, потом съесть. А если так съесть, что будет? Нельзя. Блин, я из-за тебя кузнечика убил. Тихо-тихо, червяк. А, ты червяков, да, ловишь? Да. Потому что без червяков нельзя рыбу поймать. Слушай, у меня есть для тебя небольшая просьба. Угу. У тебя есть маленький этот меч, который кинжал? А, есть. Ты можешь им просто тыкать вперед, чтобы, короче... Зачем ты в него выкинул? Я ты хотел себе его взять. Ладно, давай мне. Сейчас я тебе его дам. Держи. Так, сейчас. Короче, у меня есть для тебя небольшая просьба. Просто, короче, иди и сноси траву вперед. Я понял. Чтобы из него подали всякие. Это тоже кирку. Почему тогда не вся рубится? Слушай, лучше кирку возьми и все и просто сноси. У тебя есть кирка? Есть. Так, тут уже, значит, болотистая местность. Это не болото, это джунгли. Опа. Подожди, сейчас бегу за тобой. Ай, пиранья. Тут рыбы летают, как тут вообще от них отбиваться? Кстати, а кирка больше отнимают у них. По два. От меня кузнечик убежал. Так, ну что, тут можно что-нибудь поймать? Вот я закинул. И мне надо ждать, да, я так понимаю? У тебя нет приманки. А-а-а. Ну, и не трать здесь, если даже будет. Может, мысли, то есть ее тоже на какое-то количество, да, хватает? Самое крутое выпадает в этом море. Пойдем туда, наверное. Форель, наверное. Там может быть рыба, ящик с вещами. Ух ты, крутая у тебя пушка. И это так. Интересно, а мои снежки сколько отнимают? Твои отнимают меньше. Моих-то вроде двойной урон. Нифига себе двойной, у тебя по 19 отнимают, у меня по 4. Да? Смотри, это они нас бьют. Это вот мы их пьем. Ну да, двойной урон у тебя. 5-7, у меня 3-4. Это, ну у тебя ж просто снежки. Видно, твои дальше летят мои. Чем ты жабу ударил? А что, нельзя? Ну ты жабу взял, просто ударил. Это не за что. Я хрен знает, что он распрыгался рядом. Блин, меня сейчас убьют, короче, нафиг. Бегай. А мне надо чем-то закрыться. Все, я закрылся. Это мой самый лучший способ от них прятаться. Окей, я жизнь немножко восполнил. Чем? Зельем или? Зельем. Еще можно грибы жрать. Здоровье, да, пополнять? Угу. Блин, слушай, перед походом нам не надо было, наверное, какое-нибудь оружие нормальное сделать. Я сейчас так не убегу. Да, я там чуть остался, фигня, да. Киркой просто парочку раз. Блин, зелье. Блин, я тебе
Что-то я вообще тупник. Ты, слушай, ты когда, короче, в инвентаре сидишь, я у тебя заметил такую ошибку очень, очень серьезную. Я тебе зелье отдал, две штуки. Ты, короче, таб убирай. Слышь? А, да? Угу. Только ты, перемещай все свои вещи в эти быстрые слоты, которые на самом верху. Блин, слушай, что-то шипеть перестало. Что-то шипеть перестало. По-моему, до этого шипело. Тебе микрофон же что-то. О чем? Ну, теперь чистый звук хороший. Тебе было плохо слышно до этого вообще. То есть прерывисто, да. А сейчас хорошо. Странно. Сейчас да. Вообще отлично. Так, а где ты сам-то? Ты дома, да? Не, я уже бегу из дома. Так. Блин, я думал, может, ты там хотя бы мне какой-нибудь топор. Ты что, в красную команду заходи, слышишь? А? И ты добавил ПВП. Да, блин. Красная команда, красный щиток. Блин, ну я жму что-то. А, вот, все. Ты нажимаешь на мечи. То есть мы. А, ну все понятно, так, так лучше, то я постоянно, то есть, в инвентаре сижу и, то есть, плохо мне видно, обзор плохой. Блин, уже ночь наступила. Так, Ландай, короче, просто бежим. Думаешь, добежим? Надеюсь. Шестерочку. Я тут пока от них спрятался. Бывает. Слушай, у тебя больше, ну, у тебя урона больше, кирка наносит. Может, у меня другая кирка. Че, бежим? Мне вообще самому выбраться. Так, ты, короче, пожалуйста, а то ты уже упал. Я что-то поспешил. А они погнались, я думал, блин, быстрее от них убежать. Нафиг, я же свалился. Пошли, что ли, направо? Зачем? Чё? Ты мне свою кирку скинул. Блин, иди, почему? Пожалуйста, пожалуйста. Я другую кнопку жму. Я хочу себе оружие какое-нибудь сделать. Пожалуйста, зажимай, убирай эскейп. Хорошо. Это из-за этого, да, у меня то есть выбрасывается? Да, у тебя есть. Ты просто держишь оружие в руке. Если тебе нужно оружие, сразу же кидай его в верхние слоты. Потом просто нажимай клавишу мыши или листай колесико. Угу, понятно. У меня, кстати, вот я лук взял. Все, у меня 14 стрел там. Я думаю, почему они выбрасывают оружие постоянно? Так, ну что, мы добежим сегодня или нет? Ну да, надеюсь, добежим. Все зависит от сложности карты. Кстати, я тоже надо было кирку взять. Блин, что сегодня у тебя кирка нафиг? Обычная серебряная кирка. Так, ну что, нам дали, да, надо идти? Я сейчас посмотрю. А, нет, да не может копать не себе. Пойдем. Собираю дерево. Подожди секунду, я сейчас паузу нажму. Блин, мне надо сныкаться. А, блин, где мне спрятаться-то? Сейчас, ну пока можешь идти, я сейчас приду.
Так, окей, ты здесь? Ага. Блин, что-то я от паузы даже забыл нажать. Тут у меня, блин, стая зомбаков скопилась. Ты уже далеко, я вижу, ушел. Блин, не, мы, конечно, круто решили, надо же глядя пойти на рыбалку. Мне кажется, надо Пойдут под раннее утро. Ну да, под раннее утро. Кстати, у меня были зомбаки, а этот летающий краб их съел, по-моему. Они же могут друг друга убивать? Не, не мог. А что с ним случилось? Почему они взорвались? Взорвались? Ну да. Может, ты их бомбами закидал? Я вообще с тобой ничего не делал. Так, короче, на 16 минуте надо потом посмотреть, что с ними случилось. Летающий краб. Лол. Или креветка кто? Это пожиратель душ. Короче, у меня есть бомба, я есть вариант кинуть нафиг, чтобы... Не надо, ты сам себя убьешь. Так я попробую убежать. Потому что такая быстро... сильная отдача у этих снежков. Блин, он меня быстро съест. Я умер. Ты, короче, не прыгай в эти ямы, пожалуйста, они очень глубокие. Ну да, я в одну из них прыгнул. Так, мне нет смысла идти, потому что... Блин, я фиг его знаю. Ты как вообще дошел до туда? Я там поставил, короче, над многими ямами. Короче, просто бери светящуюся зеленую палочку и иди вперед. Так, хорошо, попробую. Да, блин, я путаю эти эскейпы. Так, возьму все, что мне необходимо. Окей, идем. Ух ты, звезда упала. Одну подобрал. Если на тебя упадет, то вообще все, считай, пропал. Ну это, мне кажется, очень редко такое было. Там уже вроде 1000 жизнеснимателей или 10. Этот краб, блин, он же мне нафиг, я не успею от него убежать. Да ты в него не знаю, чем бей. Зачем, если у меня палка? В руке, блин. Я опять упал. Просто вообще красавчик. Два раза в одну яму, блин. Ну хорошо, что я на выступ упал. Че, вылезти сможешь? Так, ладно, тогда в любом случае подожди меня. Сейчас к тебе приду. Блин, у меня тут крабов до хрена. Мне кажется, это неудачная затея была. Пойти на рыбалку? Да, не вовремя как-то. Слушай, тут какая-то руда фиолетовая, она у меня не бьется. Это не руда. Что это такое? Да просто обычный блок. Это эбонит. Ага. То есть он бесполезен, да? Ну, можно дом, да, построить из него? Ну, только ты его хрен сломаешь с хорошей киркой только можно ломать. Ну, по сути, наоборот, это для дома как раз и есть хорошо. Да, твой дом даже никто сломать не сможет. Ёлы-палы, меня окружили, все, мне не надо. Я с тобой. Я бросил бомбу. Упал. Зачем ты бомбу бросил? Господи. Слушай, а там какое-то сердце. Это сердце, если разбить, из него упадает вещь хорошая. Но если ты разобьешь три сердца, то приходит босс. Слушай, так мы можем босса вызвать уже. Мы его убить не сможем просто. И что он будет? Он за нами будет ходить? Нет, он убьет нас, потом все успокоится. Ну давай посмотрим. Это босс, короче, огромный червяк. Нихрена себе. Под землей тут будет прыгать на нас. Ну зато у нас будут хорошие вещи, с одной стороны. У нас не будет хороших вещей, потому что... Он все заберет с собой? Нет. Он ничего с собой не заберет.
Так, ты сможешь сюда подойти? Только, пожалуйста, не прыгай в эту яму снова. Блин, сейчас постараюсь. Вообще просто молодец. Я даже похлопал. Блин, слушай, ну я вот внизу был, там какие-то сундуков прям много-много-много было. Эти сундуки — это алтари. Ну, алтари. Там же тоже что-то должно быть. Нет. Они стоят для того, чтобы на них красить призывалки босса. Пошли, пошли, быстрее, быстрее, быстрее. Ты уже тут тропинку себе приделал. Шмац. Тебя сейчас убьют. Жесть. Подожди. Ты живой? Да. Живее, чем всегда. Блин, он за мной, гад, идет. Мне даже обороняться нечем. Единственная оборона — это, не знаю, за твоей спиной пока что у меня. Ну что, реально, мне отбиваться от них нечем. Пойдем. Фуф. Блин, эти крабы достали. Сколько? Смотри, одни, короче, больше, другие меньше. Пожалуйста, не упади. Да хрен мне получится не упасть. Давай я их буду отталкивать, ты. Давай, давай, давай. Подожди, я придумал. Нафиг. Что-то наверняка. И одного, короче, спрятал. Пошли. Одним меньше. О, раннее утро как раз для рыбалки. Подожди, грибочки нужны. Я тебе с ними уже буду фокусы показывать. Пошли. Может быть, вообще вот так? Зачем? Нет. Ставь внизу. Чтобы они, блин, не достали. Можно вообще такой туннель сделать и просто проходить по нему. Вперед. Мне кажется, безопаснее. Ну, я хоть меч возьму. Так. Слушай, у тебя много этих эликсиров здоровья? Нет, 8 штук. Нифига себе. Дай мне хотя бы 2 моих, верни назад. Окей, окей. Сейчас тебе скину. Я тебе случайно как раз тебе скинул. Да у меня же сейчас ни одного нету. Держи 5. О, спасибо. Так, сейчас надо тебя положить. А, на 0, наверное. О, вообще утро уже. Хорошая пушка у тебя, блин. Ух ты, я вижу, там что-то интересное. О, еще один эликсир, короче. Не надо, не прыгай. Ты сам прыгнул. Че, ты живой? Да, живой. Ну, если хочешь, прыгай ко мне. Можем вместо рыбалки пойти лутать пещеры. Тут прыгай, тут безопасно. А что там такое? Прыгай, не упадешь. Хорошо, ну, что-то я понабрал тут. Ой, еще вижу, что-то интересное. Так, ну мы сейчас наберем тут дофига чего интересного, да, наверное? Наверное. Полезного. Нам встретиться надо. Опачки. Что там что? Золотой сундук. Что-то тебе везет, мне вот так почему-то не везет, обычно новичкам везет. Новичкам. Это не в моем случае. Ну. Так, иди сюда. Я тебе все-таки отдам кое-что. Так. Ну просто места вообще нет. Ты хорошо, что у тебя места нет, у меня найдется. Ну иди сюда. Так. Ох. Ну, посмотри, сколько у меня жизни осталось. 1%. Повезло тебе, я же говорю, тебе везет что-то сегодня. Бери вот в сундуке, слышишь? Ух ты, бомбы, да? 12 штук. А, так, факела. Так, это что же, могила какая-то, ангел. Это статуя ангела. Зачем она мне? Не знаю. Поставить около дома и любоваться. Так, ну что, значит, мы по пещерам сейчас бродим.
Ну да. Опа-на. Бля, как там? О, тут рыба есть, ну-ка, я смогу ее поймать? Да это я только что скинул. Ты рыбу кинул? Ага. То есть, которая у тебя лежала в кармане, ты ее кинул, она жила? Да. Замечательно. Там еще одна бомба, возьми. Ты сейчас утонешь? Да не он. Нет, там еще вниз. Еще вода вниз. Проход. Отбиваемся. Ух, сколько их там. О, блин, я короче. Ух ты, тут дофига что интересно. Там какой-то человек рыба на меня идет. Ни хрена, он бегает. Нет. Твою ж, блин, я от него ни хрена не убегу. Да, блин, какого хрена ты за мной бежишь? Меня съели. Ладно, короче, запомним эту пещеру. Вот этот меня съел. Так, что я, интересно, там налутал? Может быть, я наконец-то смогу какое-нибудь себе нормальное оружие купить или сделать. Кстати, пришел странствующий торговец. Кстати, тут много, да, у нас теперь жителей. Какая-то девка. Это миссистричка. Это миссистричка. А, она будет лечить и продавать зелье, да? Не, она просто и лечит. Что у меня есть? Я теперь могу сделать броню себе. Броню не делай. Почему? Из чего ты хочешь сделать ее? Да пофиг, мне лишь бы какая-нибудь. Да не надо. Самое тупое занятие в террарии — это создание брони из руды. Это не руда, это, по-моему, из дерева. А, ну из дерева, ладно. А почему из руды нельзя? Ах! Блин! Мне напал самый очень редкий моб. Вот я лох вообще. Я взял, сделал шлем себе. У меня же был один. Слышно, мне тут на пол очень редкий моб. И чё? Заблудшая девочка. Заблудившаяся девочка. И чё с неё выпадет? Не знаю, но она жесткая вообще. Слушай, а чё лучше, интересно, блин? Твоя шапка, которая у меня была, или вот я сделал деревянную шлем? Чё шапку у тебя? Чё за шапку у тебя была? А ты мне давал какую-то шапку. Ушанку? Я не знаю, не ушанку. Уйди! Ах, ты петух. Убил меня всё-таки. У меня, короче, есть два вида меча. Стоит ли их делать? Из руды. Так, торговец к нам пришел странствующий. Кстати, я, кстати, не смотрел, что у них есть, может быть. Кстати, знаешь, что у меня есть? Знаешь, что у него в сундуке этом? Ну и чё? Нифига себе. У меня вот такая вот хрень есть, что такое? Какие-то бобы у меня, серы. Знаешь, что это? Чё это? Огнемёт, наверное? Это пистолет сигнальный. А, и зачем он нужен? Сигналить. Не знаю, там пещеру посветить. А, ну именно только из-за этого. Какая-то еда, какие-то вещи у них пока что не очень нужны. У тебя-то, конечно, когти есть, а мне-то как залазить к ним. Может, давай сделаем крышу и как-то какую-нибудь лестницу? Два этажа, что ли, сделаем? Эй, иди сюда. Из чего ты этажи делаешь? Давай я сделаю. Иди сюда, подойди ко мне, спустись. На. Так, что такое? У меня столько предметов, что я не понял, что там. Короче, теперь нажимая на кнопку Е, ты будешь перемещаться на дальнее расстояние. Кнопка Е? Прицелься на стену и нажми на кнопку Е английскую. Ух ты, нихрена себе. Это как Человек-паук-то.
Даже спасибо, не ощупались. Да, спасибо большое. Эх. Это круто. А. Еще кое-чего. А, у тебя тоже есть, да, такая? Подобная? Да, у меня зеленая. Так, смотрю, что у них есть. Так, у этого есть стачок, значит. А, оружия такого нету. Полезного. Так, иди сюда. Так, сейчас я к ней зайду, посмотрю, что у нее есть. А, да, ну вот только лечит, она может что-то продает. Пойдем. Ты где эти щупальца взял? Сделал. Из чего? Из кристаллов, которые нашел в подземелье. Рассмотри, это твой сундук, который слева. Угу. Я тебе, короче, положил 75% денег, потому что я уже сам до хрена просрал из всех наших. Там вроде две золотых. Три золотых? Короче, чтобы потом не возникало этих словесных перепалок из-за того, что типа ты взял мои вещи и все такое. Да не, у меня не будет перепалок. Я предлагаю дом, что ли, доделать? Не, давай закончим серию, придумаем, что будем делать в следующий тогда. Давай мы сейчас попытаемся просто добежать до моря и хотя бы чуть-чуть половить рыбки. Хорошо. Так, ну давай эту серию закончим. Окей, так и не сделали то, что хотели. Да, но зато мы зашли в пещеру, много налутались, много всяких предметов. Вот мои предметы, может быть, кто-нибудь мне подскажет. То есть, может, тут что-нибудь уникальное есть, а я, дурак, смотрю, не вижу. Вот, ну, в общем, с вами был Дариди. С вами был Злой Котен. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. В общем, всем удачи, ребят, всем до скорого.